хуяк, и новый день настал. Блять, сегодня во Вложике, я не знаю, сегодня я не буду вам рассказывать про автомобильные чудеса моего затертого автопрома, блять. Как некоторые сказали, блять, Димас, ну как так ты ездишь на задрыпанном RAV4? Блять, ну да, вот представляете, на задрыпанном RAV4. А знаете, бараны, почему? Потому что я люблю этот кузов. И если я найду Мустанг 76 года выпуска, я его куплю и буду ездить на более задроченной машине, но буду ездить с кайфом. Но дело не в том, дело в другом. Мне написали, как же я, челядь такая, живу нищебродная в общаге. Жесть, просто взрыв пакет, как же я так мог опуститься. Ну ладно, у нас есть хейтеры, ладно, есть у нас хейтеры нормальные, есть хейтеры тупые. Я буду банить хейтеров, которые не по теме. Я люблю хейтеров, которые по теме ведут разговор. Это автомобильный канал, причем здесь, блять, очки, причем здесь мои телефоны, причем где я живу. Я вообще люблю жить в машине, блять, и в палатке. Тупорылые олени, блять. В общем, ладно, с хейтером понятно. Допустим, если взять нашего великого и мудрого... забыл. Шучу, не забыл. Вот, Борис Леонидович, падла ты этакая, блядь. Какого хрена, вот, я не понимаю... ты читаешь хейтеровские вот эти вот наставления, вообще непонятно, кто это, что это. Ну, как обычно, да, пустой экранчик, и хрен знает, кто это и что это. И как же это так-то, батя-то, опустился до такого уровня, что живет в общаге? Вот я даю краткий обзор. Когда-то, в свое время, я купил на первом этаже в общежитии по 50 тысяч за комнату. Просто взял и купил. Руки-то не из жопы растут, да, то есть, как бы, ну, взял и взял. Взял кувалдочку и раздолбил все стены. Сделал себе отдельный вход в центре города. Пристроил себе, я его называю гараж, вы видели много раз, что я оттуда сидел, разговаривал. То есть, отдельный вход. У меня нет ни соседей, как у вас, у меня нет подъезда, как у вас. И вообще я ненавижу, блядь, когда у меня кто-то живет рядом. Кто-то открыл дверь, кто-то пернул, кто-то чихнул. Я живу отдельно. Это мое царство, и я там кайфую. В общем, вложений было 150 тысяч рублей в то время. Это сущие копейки. Соточку я закинул на ремонтик. Ремонтик я делал сам. Руки не из жопы. Все это я сделал. Сколько? 150 плюс 100. 250 тысяч. Ну, блять, могу вас огорчить. Гараж продан. Как я говорил уже на втором канале, что гаражик наш продан за 1,5 миллиона рублей. Вот. Если есть мозги, сделай точно так же. Вложение 0, прибыли заебись. Надеюсь, и на этот вопрос я ответил. Потом, по поводу коммерции. Блять, кто сказал, что Димас занимается коммерцией? Кто об этом вообще сказал? Я вообще безработный, я бомжара, я не люблю работать. Челядь, вы не понимаете, что работать это вредно? Работать это вообще грех. Какой идиот в наше время работает? Зачем? Я заслуженный, блядь, пенсионер и безработный России. Я не работаю вообще уже лет, наверное, 20 и работать не собираюсь. Зачем? Меня устраивает так, как я живу. Поэтому, надеюсь, и на этот вопрос я ответил. Вот у меня собралась команда. Причем команда из нормальных людей, из людей, которые понимают в двигателях, понимают в коробках, понимают в мозгах, понимают в покраске. То есть куча людей, вот из Омска много людей, с Тюмени, с Екатеринбурга, да вообще по всему Союзу куча, потому что мой канал, он один такой. Даже я вам сам объяснял, да, когда я что-то ищу про RAV4, падла, я натыкаюсь именно на свои видосы. А это говорит о том, что, ну, блядь,
Но нету больше таких каналов. Он один, единственный в своем экземпляре. Вот, поэтому я объясняю, что если будут вот такие вот всплывать хейтеры, которые обсуждают шмутки, там очки, гаджеты, блять, это неинтересно. Ну вот реально неинтересно. Ни мне, ни людям, которые сидят на канале. Я понимаю, хейтинг запускать по движку, но если ты в движках нихуя не соображаешь, ну, блядь, чувак, ну, тебе, наверное, надо идти куда-нибудь на канал Сергея Симонова или там какой-нибудь там бьюти-влог, блядь, пукан себе порвать, ну, либо в какую-нибудь группу залезть, посидеть, пообсуждать, там, я не знаю, там, пенсионный фонд, повышение, допустим, я не знаю, там, почему дом не закатали, не заклеили, ну, и тому подобное. Вот какого хрена сидеть на нашем канале, на пацанском, где пацанские разговоры. Вот у нас сейчас два человека, это Борис и Че. Вот сижу и думаю, нахуя нам вот эта шляпа нужна на канале? Вот кому какая нахуй разница, где я живу? Я вообще люблю жить в палатке и в машине. И что теперь, я, блядь, упал коленом ниже, что ли? Или как? Еще, блядь, меня бесит, когда вот, вот у меня товарищ работает таксистом. Блядь, всю жизнь работает таксистом. Сейчас себе взял Камри. Блядь, и тоже унижение идет. Тоже вот ты таксист, ты челядь. Как понять челядь? Как понять таксист, нелюдь? Что за бред какой-то? Что тогда получается? Водитель троллейбуса бред. Водитель автобуса бред. Водитель... дальнобойщик бред, водитель таксист бред, блять, личный водитель бред. То есть надо встать у станка или сесть в офисе и протирать жопу, что ли? Так получается. Вот это я тоже, блять, не понимаю. То есть у меня папик мой точно такой же вот олень. Вот ты не у станка, все, ты челядь. А я не хочу у станка быть. Я вообще работать не хочу. И живу по кайфу, и все у меня есть, и кайфую. Как вот разобраться, как понять? Вот объясните мне. Вот два человека, напишите мне в комментариях. Может, я что-то не понимаю или не догоняю. Или вы так жить не хотите? Иметь все и не работать. Вот я что-то вот как-то не воткнусь. В общем, по поводу челяди замяли. Вот, таких придурков будем банить, потому что, ну, неинтересно. Мне интересно нормальный хейтер, вполне. Вот есть у нас достойный хейтер. Вот сказал ясно и прямо: Димас, ты красава, ну, хейтить я тебя буду. Блять, респект, уважуха. Так он хотя бы хейтит по делу, блять, по машине, там, я не знаю, по дороге. Вот это красавчик, а вот эту челядь шмуточную, блять, бьюти-влочную, нахуй с канала. Давайте еще, блядь, чулки, трусы, носки будем обсуждать. Или что я там, с какой там кастрюльки ем, какой я гигиеной пользуюсь, блядь. Где я себе маникюр, блядь, делаю и тому подобное. Давайте так разберемся. Или у вас под ногтями грязь там внутри такая маленькая сидит, блядь. Вот, и как это у Димаса нет грязи? У Димаса маникюр и педикюр сделан. Блядь, вот это вот нифига себе дела. Это тоже вас трогает? Мне, если честно, ваше мнение похуй. Вообще, вот абсолютно, как мне предложили, говорит, блядь, Димас, придется тебе квартиру сменить и машину сменить. А смысл? Меня весь город знает, практически весь. И чё? Для чего мне менять машину? Какого-то петуха, блядь, который мне что-то там написал, я должен, блядь, свернуться, закрыться, убежать, там, я не знаю, спрятаться, испугаться. Ты дурак, что ли? Ой, блядь. В общем, насмешили меня с утра. Вот, и я пришел к выводу, что бьютерных, вложенных таких хейтеров, блядь, мы просто будем банить. Такая девочка сидит, ничего ж не.